Всем привет, мои хорошие! Такое дополнительное сегодня видео, бонусное. Многие, кто следят за мной в Инстаграм, на ФБ и на Патреоне, уже видели мои иллюстрации. Многие просят показать их в ролике на Ютубе. Я решила, что сегодня все-таки покажу часть, но часть, которая связана именно с орхидеями. Ну и очень любимые свои стикеры. Ну не стикеры, это я думала сделать из них стикеры, с моей любимой собакой. Так, ну что ж, поехали. Попросили показать не фотки, а именно живые иллюстрации, поэтому да, вот. Так, вот такой эквестрис, один из первых, которых я сделала. Так, дальше. Вот такой красавчик. И, кстати, эта иллюстрация уже обещана одной большой любительнице эквестрисов и моей хорошей орхоподружке. Так. А дальше это одна из моих любимейших иллюстраций. Она, боже, она для меня, она волшебна. Я ее оставлю себе, никому не отдам. И, кстати, именно эта иллюстрация вдохновила меня сделать в дальнейшем чашки. Вот такая. Да, это снова эквестрисы. Я от нее в жутком восторге. Она моя. Так. А потом пошла... Ой, собаки полетели. Ладно, подыму. Вот такая иллюстрация. Это рисовалось для чашки. Вот такого формата. Так, потом мне захотелось нарисовать вот такую и подписать разные вариации эквестрисов на ней. Если я закрываю камеру, не знаю, насколько хорошо вам видно. Так, вот такая. Так, дальше. Я поняла, что я хочу рискнуть и попробовать сама проиллюстрировать свою будущую книгу. И мне надо было отрисовать, вернее, не было, а надо будет, я уже рисую, 40 фаленопсисов природных. И вот так я начала. Мне захотелось поэкспериментировать, я их повырезала как наклеечки. Так. Их теперь из-за этого не очень удобно показывать. Вот. Но, кстати, мне очень понравилось так делать, и есть какой-то шарм в этом всем. Вот. Так, это цветульку волосы. Красотка. То есть в разных ракурсах. Видите. И потом, когда я натренировалась рисовать цветы, пошла уже... Вот такая полномасштабная иллюстрация. Так. Так. Стою, все в руках держу, все выпадает, не очень удобно. Так. Это моя первая проба пера с котлеей пурпуратой моей. Вернее, ну, для меня, я привыкла, что это лилия пурпурата, хотя сейчас правильно говорить котлея. Так, вот такая. Да, цвет не природный, она такой синий не бывает, но мне очень понравился этот цвет, и мне очень захотелось ее нарисовать в этом цвете. Ну и тут уже более привычные для лилии цвета. Вот такая вот иллюстрация. И видите, поменялось немножко. Я набралась опыта и начала заливать фон. Получается очень неплохо. Сейчас, секундочку, мне теперь надо поднять упавших собак. Так, я вернулась. Надо тогда все теперь поправить. Я разогнулась, поднялась. И мои сопцеры-бобцеры. Они нарезаны, и самой первой была вот эта сопка-бобка. Вот такая смешнючка. Из нее родилась новогодняя смешнючка моя. Так, из нее же родилась смешнючка-пилот. И мне захотелось чего-то теплого. И вот такая летняя пляжная солнечная соба. И я пошла экспериментировать. И немножко поигралась с выражением мордочки. Бррр, что это вы мне предлагаете? Ужас, ужас. Да? Или, ой, что сейчас будет? Что сейчас будет? Боже мой. И сонная особа, спокойная сонная попка. Так. И вот такая вот смешнючка. И вот такая. И вот такие у меня получились сопки. И сейчас я работаю
покажу вам кусочек над шиллерианой. Вот буквально на днях набросала, законтурила и теперь потихоньку раскрашиваю, подбираю цвета. Вон внизу, видите, видно кружочки с подписанными цветами, которые я собиралась использовать, но вот этот темный я еще не использовала, обошлась пока без него. Но тут еще красить и красить. Но вот такие. Это первая проба, поэтому местами вот я вижу, где у меня немножко косяки. И потом уже из этой пробы, где я... Здесь я экспериментирую с формой, с рюшистостью лепестков, с вот этим вот загибом, потому что мы знаем, что шиллерианы такие мягенькие лепесточки. С цветом, с тенями, с поворотом губы. И уже такая черновая иллюстрация, я ее раскрашу. Все пойму по цветам, по ракурсам. И уже из этого сначала отрисую отдельные цветочки в разных ракурсах. И потом уже сделаю полноценную иллюстрацию. А началось все, сейчас покажу. Вот, это самая первая проба. Проба формы, проба понять, что к чему. Видите, такое все корявенькое. Но это на то и эскиз, чтобы понять, как рисовать. И там он подбор цвета идет. Да, ну вот так. Вот так я пока работаю. Я надеюсь, вам понравилось, как я рисую. И всем хочу пожелать творческих успехов и вдохновений. И кто хочет узнать побольше, это в моих соцсетях и на Патреоне больше всего. Вот именно вот этого я пощу именно на Патреоне. Да. И на этом уже точно все. И всем огромное спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем солнечных дней, пышных цветений, вдохновения и творческих сил. Пока-пока.